Парадная, как ее уже стали называть многие самарцы, улица Куйбышева в эту субботу вновь станет пешеходной. На этот раз здесь пройдет областной фестиваль студентов, на котором они продемонстрируют свои таланты и достижения в различных сферах – в творчестве, науке и спорте. Уже вечером 7 сентября на площади Куйбышева под открытым небом прозвучит классическая музыка по городскому проекту «Классика над Волгой», традицию которому заложил еще в 2012 году Дмитрий Азаров. Эта суббота будет богата на события. Самое знаковое – это открытие памятника знаменитому композитору Дмитрию Шостаковичу, которого с нашим городом связывает очень многое. В годы войны он был эвакуирован в Куйбышев, где и впервые прозвучала его знаменитая 7-я симфония. Одноименный фестиваль в Самаре пройдет в начале октября, а уже в эту субботу на площади Куйбышева состоится концерт открытия фестиваля. Начало в 17:00. Это будет очень интересная встреча, которая познакомит нас и с творчеством композитора, и объединит наш самарский народ, наших самарских слушателей. Это будет такое некое посвящение великому мастеру к открытию памятника, которого мы очень долго ждали, и который, я думаю, будет визитной карточкой нашей Самарской области. Это будет большой праздник серьезной музыки, которая нам нужна и которую мы любим и дорожим тем, что она была связана с нашим городом. Вишенкой на праздничном торте станет выступление популярных российских звезд эстрады, после чего небо над Самарой озарится ярким фейерверком. Мария Левина, Николай Епифанов. События.